В минувшие выходные Дагупилс отмечал свой 743-й день рождения, и никто не остался в стороне от народных гуляний. В эти дни праздничная атмосфера наполнила позитивными эмоциями весь город, в котором скуке не было места. Танцевали и пели улица Ригас, площадь Венебас и городские скверы. Не менее интересные мероприятия в этот день проходили и в парке Дубровина. Здесь, помимо выступлений многочисленных коллективов, состоялся настоящий турнир по новусу, который для жителей и гостей города организовала общественная организация «Асму Латгалиц». «Асму Латгалиц» решила устроить чемпионат по новусу, чтобы все люди смогли вспомнить и детство, и свое юношество. И радует то, что люди абсолютно разных возрастов к нам приходят и принимают участие в наших соревнованиях. Самый главный приз какой? Самый главный приз является путешествие по озерам Латгали, чтобы насладиться видами. Второе место – они получают приглашение в квест-рум, Imaginarium, чтобы они здесь подумали, ну и пошли дальше, подумали уже в квесте. А третье место – это самое веселое будет для детей, потому что Funny Land предложил нам свою подарочную карту. А пока мы общались с организаторами, за новостными столами борьба шла нешуточная. Зрители старались помочь отстающим, но не все их советы были услышаны. В результате кто-то оказывался в роли победителя, а кто-то в роли проигравшего. Ну, пока 1-0 у него польза. Как вообще вам праздник города? Очень нравится мне. Все здесь так прекрасно, все чудесно. Да, только не очень точный удар, да? Ну да, не точный, но что делать? Ну, вам везет? Сам везу. Как праздник города? Прекрасно, это самый хороший. После Дня Победы это второй праздник, который самый такие значимые. Послушайте, площадок-то много, почему решили прийти сюда? В новость поиграть. Приехал с Гревы, вот, решил поиграть. Не менее интересная партия разыгралась и за соседним столом, а соперником Романа был депутат городской думы Янис Лачприсис. И как юный игрок не старался его обыграть, в конечном итоге победил опыт. Ну не обидно проигрывать? Нет, не обидно. А у тебя напарник хороший был? Да. Приятно видеть на празднике города и латгальские акценты. Здесь есть сцена поставлена, где выступает много коллективов. По-моему, «Асму Латгалиц» организовал турнир, но на приз претендовать не буду, но сыграть, вспомню молодость с удовольствием, и молодость тоже. Как вам праздник? Настроение хорошее? Что люди говорят? Ну, праздник есть праздник, в принципе. Люди радуются за свой город, гордятся за то, что здесь живут, понимают, что город хороший, может быть, еще лучше. И с погодой тоже повезло. Всем счастливого праздника! Ну а пока одни играли в новос, другие с превеликим удовольствием фотографировались и уплетали сахарную вату. Как праздник вообще? Праздник замечательно, начался очень красиво. Парад это вообще великолепное шествие такое, очень понравилось. Вот дочка прошла у меня в параде, ее даже выделили как хорошую спортсменку. Да. Девчонки, ну как вам праздник? Мне тоже очень нравится, очень весело, так много народу, очень красиво все. Мне кажется, если так каждый год все будет, вообще будет все замечательно. А что пожелаете городу в день рождения? Чтобы он расцветал, чтобы приезжало больше народу, туристов и, не знаю, всего-всего хорошего. Ну а в ближайшее время победители турнира по новусу отправятся в увлекательную поездку по озерам Латгалии вместе с обществом «Асму Латгалиц». Лариса Кириллова, Александр Федотов, телевидение.com.